И привет, друзья, Алексей Бо на связи. Вот хочу вас ориентировать, что мы сейчас делаем. У нас мы встречаемся с нашими друзьями. Вот и что, вот посмотрите, у нас есть даже наш. Ну, это не наш, это соседский Джордж. И что я хочу вам обратить внимание? Вот я специально хочу. Вот посмотрите, он на меня прыгает. Посмотрите, он на меня прыгает, не хочет отпускать меня. Друзья, я хочу показать вам. Я давно вам объяснял, что вот когда собираются в гостях, то девушки находятся в отдельно. Вот посмотрите, вот они находятся совершенно отдельно. Там Ралф с ними, но вот видите. Видите? Hello, hello, Jackie. Hello. What's your name? Vivian. Vivian. Oh, okay. My great. Pines, we know you. Now everybody know you already. All Russia know you. Вот, друзья, и вот посмотрите, вот смотрите, видите, обратите внимание, вот эта культура. Вот девушки, вот они отдельно садятся, отдельно себе общаются, отдельно, видите, и мужчины сидят совершенно отдельно. Обратите внимание. И я считаю, что это очень важная вещь. Во-первых, просто мужчины могут поговорить между собой, совершенно не думая о женщинах. И женщины могут себе поговорить по своим там каким-то каналам, по своим там этим самым, что они там хотят. И вот подумайте просто об одной такой, что не нужно как-то вот развлекать женщин, не нужно с ними что-то делать. И подумайте также вот какой-то момент. Вот сколько было неприятностей у людей из-за того, что вот они сидят все вместе, и потом кто-то на кого-то не так посмотрел, кто-то кому-то там подмигнул, или кто-то кого-то приревновал, потому что они сидят все вместе. Здесь же, видите, они сидят все отдельно. И вот мы просто отдыхаем. Вот смотрите, мы мужчины вот здесь сидим, вот они нам приносят еду, там что-то у нас там есть свое, там красное вино мы там пьем. И мы просто можем поговорить о своих вещах. Нам не нужно беспокоиться о том, чтобы кто-то там кого-то... Видите, вот они пьют, все довольны. Здорово. Вот, и я считаю, что это очень важный момент, который я считаю очень важным, потому что он дает некоторую стабильность в обществе. То есть, понимаете, меньше ссор, меньше проблем. Вот. Просто действительно, я, может быть, повторяюсь, но вот подумайте, что... Вот я реально говорю вот сейчас, что я говорю своим это самое, что вот если вот женщины и мужчины вместе, да, кто-то на кого-то не так посмотрел, кто-то кого-то приревновал, сколько всяких этих проблем, потом какие-то там что-то... Там тоже сделал с ним? Да, сделал, да, и вот... А вот здесь вот на Филиппинах вот они вот спокойно... Конечно, конечно. Вивиан. Вот, пойду еще сниму. Пусть не даст. Все равно буду. Как не даст? Как не даст? Я с ней еще не был. Ну вот тебе час времени. Вот, друзья, вот это я хотел вам показать, и, ну, вот такая вещь, вот, все-таки, вот, интересно, и, ну, я считаю, что это достаточно важная вещь, приятная, интересная, важная, и я давно еще об этом говорил, в самом начале своего канала, но вот сейчас вот прямо специально хотел вам, и вот это каждую нашу встречу по субботам, да, у нас есть встреча, но, и вот они сидят так, и вот такой аспект, ну, мы всегда можем подойти друг к другу пообщаться, то есть это не как бы не разделительные такие мы все, то есть не отделены просто вот, и я считаю, что это здорово, потому что мужчины могут получить удовольствие от какого-то общения и просто, ну, действительно поговорить о каких-то своих вещах. Друзья, это все, Алексей Бул, до связи.